меня реально эксперимент практически. Получился сам на себе провел. Он дуба не мягко нам, да? 35 человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировать. Я не дал человек, но тут скичка дальше осталась, и еще дозу геч алдекларейшн. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. 24 часа я не дал, я верим. А, у меня титры высокие, у меня, слава богу, пронесло. Бана из цели все умады, антикорум дюзда юксек Качество. Сколько у вас были антитела? Я не помню. Отрыламываю. Они по-разному считают, где-то 15-16 каких-то единиц. Он бешеный, он алтыный, отрыламываю. Что с помощью такие близкие уровни? Не, высокие. Это, они как-то по-разному это считают. У нас фарклы системлеры ваши. Специалист сказали, что это у меня высокие. Антикор начинает жерендей. А мои антитела были больше 1100. Ну, это как-то по разным подсчетам. Фарклы системлеры ваши. Вот, но у меня были высокие. Вот видите. Бенинки, кстати. Несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе. О, аста олан киши. Не заболел. Или билликте олдум альде, бадам шолмады. А что, если вы сейчас будете ревакцинироваться, во-первых, своевременно, а во-вторых, дозу спутником лучше. Асла их малять мои. Заманында алым, хэм спутником. Я уже это сделал, пойдем биотеком. Третью дозу. При вас в следующий раз. И 40 кинет спутника. Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте. Пандемиюшеден бир бушу килдир юсюзе гюшен. Но мы, тем не менее, были в постоянном контакте. Факат сюроклите масхален дейдит. Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом. İlgili kurum ve kuruluşlarımız sürekli temas halindeler. Причем по всем направлениям. Bütün istikametlerde. И я вот отметил, сейчас, когда готовился ко встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20%. Güneşte belgelere bakarken şunu da kaydettim. Geçen sene ikili ticaret hacminizde önemli bir düşüş kaydedildi %20 oranında. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5, рост составил свыше 55%. Bu senenin ilk 8 ay içerisinde %50 kadar artmıştır. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли за пандемийный год, но и нарастили на 30%. Yani bu pandemi yılı sırasında kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmayıp artış da sağladık, önemli bir artış da sağladık. Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон. Tabii ki her zaman sorunsuz geçmiyor, fakat ne de olsa ilgili kurum ve kuruluşlarımız olumlu sonuçları elde etmeyi başarıyorlar. Uzlaşı yolu bulabiliyorlar. Продолжают расти инвестиции с обеих сторон. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor. У нас накопленных инвестиций турецких в российскую экономику 1,5 миллиарда. Türk tarafının Rusya ekonomisine yapmış olduğu yatırımları toplama yaklaşık 1,5 milyar dolar. А российских в экономику Турции 6,5 миллиарда. Rusya'nın Türk ekonomisine yapmış olduğu yatırımlar ise 6,5 milyar dolar civarındadır. И крупные проекты осуществляются, идет все по плану. Büyük projeler gerçekleştirilmekte olup hepsi planlı şekilde devam etmektedir. В полном объеме запущен и работает турецкий поток, газопроводная система в Турцию и транзитный в южноевропейские страны. Türkiye yönelik ve ondan da Güney Avrupa ülkelerine yönelik Türk akımı doğalgaz boru hattı eksiksiz olarak çalışmaktadır. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Hem Türk halkının hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde bu büyük ve önemli projeye vermiş olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложный и турбулентный процесс на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно.
Son günlerde Avrupa doğal gaz piyasasında malum gelişmeler, istikrarsızlıklar yaşanmaktayken Türkiye kendini güvende hissedebiliyor. Продолжается по плану работа по атомной электростанции Акую. Акую нükleer santral inşaatı da programa göre programa uygun olarak devam ediyor. На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан и Армения арасындаки сынырда Rus-Türk Ateşkesi Kontrol Merkezi başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение. Bu işbirliğimiz hem barışın sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. Ну, вопросов, конечно, очень много. Я очень рад вас видеть в России. Fakat hala görüşeceğimiz çok konu var. Sizi Rusya'ya görmekten çok önemli. По телефону всего не обсудишь. Телефонla her şeyi görüşemezsiniz zaten. Добро пожаловать. Hoş geldiniz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Я также выражаю большую благодарность. Değerli dostum, daha önce de planladığım bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok çok memnunum. Мой дорогой друг, как и раньше мы планировали с вами, я очень рад снова встретиться с вами лицом к лицу. Gerçekten COVID birçok dostları birbirinden ayırdı. Да, действительно, эта пандемия COVID разлучила многих друзей. Ve dünyada şu anda bu COVID'den ölenlerin sayısına baktığımız zaman 4.700.000 insan. Число умерших от COVID превышает 4.5 миллиона человек в мире. Ve tabii tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в трудных условиях. Öncelikle benim sizlere tabii teşekkürüm var. Прежде всего, конечно, у меня есть благодарность к вам. Хочу это выразить. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek sebebiyle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Это связано с пожаром в нашей стране. Спасибо, большое спасибо за вклад, который вы оказали в этом плане, в плане помощи, и поддержали в этом плане в борьбе с пожарами. Bu arada, от имени народа и от имени моей страны благодарю вас. Bu arada tabii gönderdiğiniz